Всем привет, на связи Первый танковый полк. Мобилизованных русских солдат отправляют в Украину без какой-либо военной подготовки. Об этом в своем видеообращении сказал один из призванных в армию. Военнослужащий выразил недовольство подобным отношением и напомнил, что уже 29 сентября их отправят в Херсон. Всем привет, на связи Первый танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что... А я думал, хрюк. Что делать с этим в дальнейшем. Никакой переподготовки от слова того, что ни стрельб, ни теоретической подготовки. Ни теории, ничего. Нихуя. Да, стоп.